сестры и братья, о святом Александре историю, о святом благоверном угоднике, за победы свои Невским названные. Современный взгляд на историческую тему, оригинальная режиссерская постановка на сцене крупнейшего подмосковного концертного зала, премьеру музыкального мультимедийного шоу «Великий князь Александр Невский» жители столичного региона ждали давно. Показ уже прошел в Ставрополье, Волгограде и Переславле-Залесском. За 50 минут зрители смогли увидеть весь жизненный путь Александра Невского. Мы увидим его путь с рождения, отрочество, продолжение его жизненного пути, ну и, конечно, приход к святости. Мы будем научаться. Сегодня не только такое именно торжественное событие и память. Сегодня именно это как урок для каждого из нас. Это шоу – своеобразный итог работы церковно-общественного форума «За год». Рождественские чтения в 2021 были посвящены теме «Александр Невский. Запад и Восток. Историческая память народа». Композиторы Виталий Волин и Виталий Кись признаются, это и было их целью – рассказать историю великого князя такой, какой она была на самом деле, пресечь любые попытки переписать историю. Историческая правда, историческая память – в данный момент у русских людей, да, она должна быть активирована по полной программе и должны знать своих героев, кто, чего, когда, с кем бился, за что бился и так далее. Вот я думаю, что прежде всего с этим должен уйти зритель. Дай нам Бог защитить землю, уж отдал отца мы детям нашим, православную спасем. В основе спектакля – житие Александра Невского и исторические материалы. Музыка современная, но стилизованная под старину. Для этого авторам пришлось окунуться в фольклор. Задача стояла сложная – раскрыть личность князя, но остаться верными исторической правде. То, что мы учили в учебниках по истории, оказалось зачастую красивой патриотической сказкой. И мне нужно было постараться уложить все-таки жесткий исторический контекст в стихотворную форму, не быть вот этим вот ура-патриотом, а хотелось бы все-таки соблюсти какую-то историческую правду. Было очень тяжело. Было тяжело, но оказалось по силам. Над спектаклем работала творческая команда единомышленников. Хотя без споров все же не обошлось. Кроме того, для нее этот опыт не первый. Шоу «Куликово поле» пользовалось успехом у зрителей. И на Александре Невском объединение «Царьград» останавливаться не собирается. В 2022 году сразу две крупные даты. 450 лет Молодинской битве и 350-летие Петра I. Вероятно, и эти исторические темы найдут отражение в музыкальных постановках. Евгения Августина, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».